Интересный комментарий от зрителя. Он хочет после 9 класса стать тестировщиком. Это IT-направление. И он хочет для этого поступить в колледж на направление информационной системы и технологии. Он спрашивает, получится ли у него стать тестировщиком. Да, у него действительно получится стать тестировщиком, так как в колледже он будет получать уже определенные, изучать будет определенные дисциплины, которые связаны с IT-направлением. Это поможет ему сформировать нужное необходимое мышление. Да, конечно, на тестировщика потом еще нужно будет учиться, но тем не менее уже это мышление у вас будет появляться. Поэтому мы рекомендуем для дальнейшей работы в сфере тестирования, программного обеспечения, да, вы можете поступить в колледж на направление информационной системы и программирования. Желаем вам успешного поступления!